С вами я, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И как это? Не говорите, что у меня такой скин, я не знаю. Мы будем играть с вами в выживание. Извините, что я с вами не смогу играть. Типа мир бесконечный, плоский, конечно, бесконечный. Могу вам показывать координаты. Это вот это вот. Эксперименты. Сохранение инвентаря. Что нужно? Сохранение инвентаря это всегда. Ну. Ключ генерации. Ресурс пак. Ключ генерации. Я не помню, какой ключ генерации нам нужен. Так что нам просто нужно включить бонусный сундук. Начальная карта. Короче, если будет реклама, я буду просто стопить. А так просто вот так оставлю. Не против? Не против? Будет как начинается реклама, сразу стопить, потому что вы, наверное, ее ненавидите. Блин, какая же твоя графика плоха. Так, окей. Вот так. Вот там. А вот сюда. Я просто не... Не могу по виду отличить, что это. Морковка к морковке. Ну, грубо. И факел. Забираю. Похуй. Не надо, не надо. Это что, с Майнкрафта я очень люблю играть в Майнкрафт. Майнкрафт это в принципе моя жизнь. Сейчас победите, я кое-куда приду, а вы ждите. Тогда все, я пришел, я просто играю джойстика теперь. Так, погнали. Искать. Что искать? Ну, что всегда ищут. Да, на самом деле можно подключать телефон к джойстику. Скажу, когда наберете хотя бы 100 или 50 лайков. Выложу, ну, не картинку, а как это там? Собстер. Ну, поняли. Ха-ха-ха. Зубы чьи-то. Стой, это Костя. Извините, то, что я не нашел настоящего Майнкрафта. Я бы его скачал. Блин, ай. Раз кровать нужна. Акелов не хватит. Ой-ой-ой, сено. А ой, я лучше палкой буду ломать. Так, кто? Что, ты житель? Не похоже. Я житель этих штор забыли поставить. Тут кровать, как всегда. Смотри, это не надо смотреть. Это фигня. Тут мошенники мне опять названили. Написываю. Кажись, что выглядит. Это даже не житель, это какой-то покемон. Кто это?
можно вообще назвать жителями? Хотя покемонами. Да, ничего интересненького тут. Это тоже. А вот тут интересненько. Интересненько. Раньше был. Сейчас вообще не интересно. Хотя домик классный. Ставлю 5 из 10. Тут, как всегда, кровать. Интересно, зачем придумали кнопки? Стоп. Извините за стоп, но реклама надоела. Вообще, прикиньте, я добываю, и тут реклама. То есть, ладно. Не. Ни хрена тут терминатор ходит. Терминатор 2.0. Ну да, пу. Терминатор. Ой, господи. Терминатор 2.0. Мистер Терминатор, спасите, помогите. Обрыв. Ну, в обрыв получится. Я столько хлеба смогу сделать. Даже хрустящие косточки будут. Сейчас, секундочку, погодите, пожалуйста. Так, да, извините, что я... у меня вылетело. Но это было тоже важно. Я отходил по важным делам. Просто поставил на паузу и все. Блин, джойстик выключился. Сейчас я его отключу. Хоть бы он не сел. Отключился. А, я понял, почему он отключился. Только был. Если честно, я на жестике играю идеально. Я, если честно, хочу уже поменять картинку, если честно. И имя. Потому что... мне понравилось уже мем про как-то наггетса. Я хочу сделать фотографию наггетса и имя. Путешественник наггетс. Теперь можете меня называть наггетсом? Мне так легче, мне так лучше. Я не могу, как я попытаюсь как-то изменить имя, но это не сейчас будет. Хотя можно и сейчас, но сейчас я не буду. И почему забор нельзя перелезть? Вот блок, вот. Он выше его, да? На блок мы забираемся. Сюда нет. Логика? Надо будет искать кузницу. Ну, какую кузницу? Типа кузнец. Это кто? Ай! А, вот как скелет. Я убил. Ну, то есть я убил. Извините, то, что я все время подыкаюсь. То. С
Зомбарь. Блин! Не попадайте. Тихо. Блин. Подожди. Пойдем в другую сторону. Ай. Если честно, я бы так прыгал, как в Майнкрафте. То есть как в Роблоксе, плюс играл бы как какао бы. Я, короче, я очень сильно люблю Роблокс, я очень сильно люблю Brawl Stars, Майнкрафт и Стендов. Мне не знаю, во что играть. Я сразу не могу взять так и играть. Ну, я, конечно, попробую, но это очень тяжело будет. Стрим начать, стрим. Ну, стрим это тоже возможно. Если, конечно, вы поможете мне набрать 50 подписчиков. Если вы поможете мне набрать 50 подписчиков, я когда-то, ну, я их... Возможно, я и смогу с вами поиграть в Стендов, в Roblox. Майнкрафт это не точно. Майнкрафт это точно не... Вот в Roblox и в как-то, и в Стендов это запросто. В Бравл, если кто его умеет скачивать. Короче, Бравл мы не будем играть. Будем в Стендов и в Roblox. Только в Стендов и Roblox. Только. Я буду паркурю. Кстати, я потом буду лучше снимать паркуры. Я паркурист дважды люблю. Почему? Я не могу бегать. Почему я бегать не могу? Блин. Я бегать не могу. Мне надо бегать. Ладно. Так, все, я паркурю. Если что, я взял подруг. Это очень мне надо. Очень. Блин, я не попал. Ладно, я буду так хорошо паркурить. Я не так уж хорошо паркурю. Я только прыгаю хорошо. Паркурю я не хорошо. И то всегда мечтаю бегать, прыгать и делать еще что-то, ну, в реальности. Но мне не позволяет свой организм. Так всегда хотелось бегать, прыгать. Ни хрена себе. Опа. Первое попадание. Ну, блин. Ну, не получилось. А так хотелось, чтобы получилось. Извините за кашу. Ой. Так, все, туда больше не заходим. Идем наверх. Вот паук, который там был. Чё ты за мной ходишь?
аккуратненько, аккуратненько. Мне надо здесь аккуратненько.